начали так достаточно агрессивно, бодро. Ну, как выяснилось, что я, наверное, не готов был, как штурман. И постоянная смена покрытия, постоянная смена ритма. В итоге все закончилось тем, что один из таких ключевых поворотов я не успел вовремя прочитать. Не смогли мы там в этот поворот заехать на той скорости, на которой к нему подошли, и оказались в этой траншее. Даже зрители помогли нам выехать обратно на дорогу, но там поврежденные радиаторы, разбортированное колесо уже не дали возможности нам продолжить гонку, поэтому, к сожалению, сход. Вообще очень интересный допуск, потому что обычно ты там 3 секунды голову поднимаешь и все, а здесь были возможности, была большая связка, выход на длинный, большая. И с точки зрения штурмана очень интересно, потому что ты больше видишь дороги, больше участвуешь в гонке. То есть ты связку проговорил, увидел, что он ее схватил, он в ней, и все, у тебя есть возможность насладиться вот этим вот выходом там всем. Вся команда Пола, я считаю, сделала правильное решение. Мы договорились, что мы не будем ломать машины на первых спецучастках, потому что вся гонка на второй день должна была состояться. Да? Поэтому мы одинаково сделали, затормозили на трамплине до полной остановки и поехали просто у него дальше. Потому что трамплин для данного автомобиля опасен. Вчера, конечно, очень нетипичный для привычного ралли был спецучасток. На этом спецучастке мы впервые, поэтому, конечно, первое прохождение, ну, излишне, я даже считаю, мы там осторожничали местами. Попытались улучшиться на втором прохождении, это нам удалось, проехали уже с более приличным результатом. Очень запомнилось, длинная прямая, там метров, наверное, 100-150, а в конце шестеро фольксвагенцев стоят там, руками пытаются удержать, мы там начали махать руками, чуть не уехали, там, да, кусты вместе уехали, с ними. Я потерял легенду. Но смотрится просто незабываемо, честно говоря, все в одинаковой одежде, так какая-то даже приятно стало. А потом увидели один полик, второй полик, и потом не увидели Урюхова. Поняли, что мы, в общем-то, остались одни. Ребят, очень жалко. Получилась интрига такая, у них сохранилась, лидеры поборются еще. Настраивались, в общем-то, на борьбу на сегодня, поскольку проигрывали нашему главному конкуренту там совсем чуть-чуть, и настрой-то был боевой, но, к сожалению, закончилось все достаточно быстро. Никого не пустили на поле. Мы даже на подиум решили заходить, потому что, в общем-то, мы одни, он наш. На следующей гонке попытаемся реабилитироваться.